генерал едет за границу отдыхать, прошу проверить в Южную Корею, скрывая внеплановый отпуск по чужим документам. И он пытается сегодня вернуться в МВД, нет даже уголовного дела. 15 миллионов взятка, Гривцов. Да на свободе. Месяц отсидел. Ну, до суда был на свободе. Что это все? Мне кажется... Не безумие какое-то. А другой следователь, Сергей Лебедев, который вскрыл практически все преступления в главке дальневосточном, в милицейском, помог мне. Вот этот парень, который рисковал жизнью, он тяжело ранен был, безукоризненная биография. И за то, что он это мне рассказал, сфабриковали дело, якобы он кому-то угрожал оружием, возбудили уголовное дело, 5 раз отказные материалы были, до этого отказывали возбуждение уголовного дела. И после того, как он обратился ко мне, и я начал раскручивать эту историю, возбудили уголовное дело. Я летал специально, чтобы рассказать судье суть преступления этого генерала, который на свободе. И эфемерно туфтовое, вот он вынул пистолет, когда его скрутили. А что должен был он делать, когда его бандюганы скрутили 37 тонн, представляешь, что это такое? Контрабандная рыба осетров, нашли. Да. И рыбу эту якобы уничтожали, не уничтожали, отправили ее всю в Москву. Продали, да. Икра куда делась, он стал задавать вопросы, ответов нет. Судья смотрела на меня честными, все понимающими глазами, не задала ни одного вопроса. И влупила 2 года, условно, слава богу. А прокуратура районная написала про те, что мало дали. Только за то, что помог разоблачать милицейский глав, что он себя противопоставил этой мафиозной структуре.